Ну, это южная часть Польши, конечно, очень красивая. Есть такие красивая природа, красивые дома. Такой мур. Здесь горы. Ну вот видишь, какие здесь дома, да? Богатые. Ну и конечно. Это Польша. Мы сейчас поедем, еще будет красивее природа в горах. Лаванда нет, лаванда запах. Да, ну тут, конечно, красивые места очень, пейзажи. Симпатичненько. Аптека. Ой, это мы сюда поворачиваем. А, здесь крупная, да? Вот резинку какую-нибудь положил, там, в колёсах. Да, вот поднимите, там будут они все там сидеть и улыбаться. И махать. Они вот фирмы, вот там эти вот люди. О, сколько растительности. Задача будет что? С бензином все, нефть? Ну что такое? Самобойщик здесь на бензине. Домики красивые. Травы засеяны, все, они в траве тоже будут сжирать нельзя. Лиственница. Так, быстро поехали, пора выключить. Цукерки, это сахар. Как они говорят, цукерки, это конфеты. Да, я не знаю, на польском и украинском, наверное, это цукерки. Вот, ну, там сладости, наверное, подаются. Кондитерская, мне кажется, по-другому как-то называется. В польском. Да, конечно, красота неописуема. Ну, опять лес. Как только камеру беру в руки, сразу лес. О, дорога. Вот речушка, наконец-то, красивенькая. Нет, в Швейцарии нет столько зелени. Там очень лысые горки. Там, конечно, пейзаж очень красивый, но здесь больше растительности. Ну, смотря в каком месте, конечно. Ну вот, опять неудачно камеру настроила. Здесь мы остановились на санитарную паузу. Совращает хороший завтрак, совращает. Ну, плохой завтрак. Очень здесь красиво, конечно. Так, дальше снимать не буду. Удобства все очень комфортабельные. Так. Да, едем на юг, а все холоднее. Едем на юг. Так, чем ближе к югу, тем прохладнее. Кусты, наверное. До них не дай смотреть. До кустов идти. А здесь камень. Ай, елки-палки. Мы же подумали обо всем. Берегут природу, никуда не сходишь.